всеми, как и в прошлом году, с учетом того, что у нас очередь опять сформировалась из тех, кто изменяет жилые условия, мы, а федеральная поддержка у нас только размера хватит на 3 человека, мы положим прочими решение, чтобы нам 11 человек дополнительно, которые есть в очереди, всю очередь закрыть за счет средств республиканского бюджета обеспечить. Mm-hmm. То есть все решения подготовлены, там в течение этой недели вам все на подписи указа проекта будут. Это сколько у нас получится по этому году? В этом году будет 14 человек, из них 2 фактических, которые будут, а 12 приравнены. Хорошо. И плюс до 29 это ветераны боевых действий, инвалиды, которые они летят. Хорошо. Ну, чтобы завершить вот тему подготовки к празднованию 9 мая, давайте подготовьте ряд предложений дополнительных. Мы в прошлом году, вернее, уже давным-давно эту работу ведем, но держите это на контроле, проведите заседание оргкомитета, и чтобы вот какие-то текущие моменты, связанные с ремонтом мемориалов, объектов воинской славы, поддержки ветеранам не только республиканского значения, но и в районных муниципальных образованиях, чтобы эту тему главы наши коллеги посмотрели более пристально. Сегодня мы это вам доложим, может потом под вашим руководством совещание проведем. Хорошо, не возражаю. Сегодня второй вопрос. У нас идет, исходя из вашего поручения, проверка муниципалитета по земельным отношениям. Вот проверили цивильный район. Работа не совсем должным образом организована. Угу. Сейчас группа работает, чтобы именно упорядочить и в дальнейшем эти нарушения не повторяли, чтобы все взаимодействия по договорам аренды правильно заключались в соответствии с конкурсной процедурой и все остальное. То есть эта работа тоже ведется. На этой неделе мы комиссию по неналоговым доходам проводим, где этот вопрос будет тоже земельный. И плюс 2 района у нас снизили темпы по отношению к прошлому году. Это Лесна немножко и Москва тоже заслушаем, чтобы разобраться в причинах снижения и как-то не допустить. Заканчивается первый квартал текущего года, это очень важно, поэтому обязательно надо посмотреть по муниципалитетам, чтобы были все процедуры завершены до первого квартала. Это даст общую картину потом по полугодию. Еще вопрос такой, в соответствии с вашим поручением и обращением депутата Хорова, мы сформировали предложение по экспертному совету, решили его при правительстве республики, решили его создать из 2 частей. Первая часть, 10 человек будет предложено правительству, это члены экспертного общественности, и 10 человек мы выберем по интернету для голосования. Правильно. То есть суммарно будет их 20, и будут заседать некий взгляд общественный на развитие тех важнейших аспектов деятельности правительства. Будем обсуждать. И еще, недавно прошло заседание Хурала, был принят ряд решений. Там, конечно, есть и долгосрочные программы, но есть и те поручения, которые были даны депутатами на ближайшую перспективу. Я знаю, что правительство уже начало работу по этим вопросам. Подготовьте для меня тоже некую справку по составу.